Пассажиры многие как бы не знали, особенно иногородние, садились до сюда, доезжали, и как бы нам, как добраться, а почему вы здесь всех высаживаете? Елена вспоминает, что первые дни после строительства первого разворотного кольца вопросов от пассажиров было много, да и недовольных хватало. Собственно, и ей самой, водителю «семерки», пришлось пересесть на первый маршрут и ездить, что называется, кругами. Порядка 9 за день набегает. Но ко всему привыкаешь, и пассажиры в основе своей с этим согласны, особенно когда появилось второе разворотное кольцо. Она трамвай на тройке доезжает до моста, а там пешком иду через мост. До нового рынка дохожу. Ну, я нормально, я не обижаюсь. Удобнее добираться. Теперь тройка появилась. Сначала были опасения, что нужно будет дважды платить, да, то есть первый раз, когда доезжаешь до нового рынка и когда пересаживаешься затем. Но власти это урегулировали, да, с помощью карт, что можно пересаживаться, но платить один раз, поэтому в этом плане очень хорошо. Сейчас привыкли все, и пассажиры, и водители привыкли. Я когда была в отпуске, сама воспользовалась вот пересадкой с трамвая на трамвай, переходила через мост, вполне удобно. Любовь отмечает, что явно высказывающих свои претензии сейчас не стало. Конечно, вопросы от горожан все еще бывают, но в основном у людей пожилых или гостей города. Там пересесть, тут выйти очень неудобно. Но говорят, это временно, а мы надеемся на лучшее. Так, конечно, ждем, когда его уже сделают быстрее мост, чтобы было проще добираться. Сильно нет возмущений. Ждете окончания строительства или вам уже как бы и все равно? Ну, конечно, хочется вернуться на свой маршрут, хочется обратно, чтобы семерочка была родная. А вот чем пассажиры точно обеспокоены, так это отсутствием во многих трамваев кондукторов. Порой из-за этого возникают очереди. В Горэлектротрансе нам пояснили, во время пандемии многие ушли и назад не вернулись. Поэтому и приходится на некоторых маршрутах роль кондукторов выполнять водителям. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.